А в эти минуты проходят практические семинары, организованные агентством по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров Республики Узбекистан. Подробности с места события готов нам сообщить Джамшид Суатов. Джамшид, здравствуйте. Расскажите, какие вопросы рассматриваются в ходе семинара? Они уже заботятся. Здравствуйте, Мадина. Если говорить о важности и значимости данного учебного семинара, организованного агентством по развитию творческих специализированных президентских школ при Кабинете министров, то, конечно же, главная цель – это наладить правильную работу в данных школах, чтобы подрастающее поколение получало именно качественное образование. Наладить обмен опытом между преподавателями специализированных творческих школ, а также внедрение, более глубокое внедрение изучения иностранного английского языка. Ну, конечно же, мы ожидаем очень больших результатов от данного мероприятия. Также должен отметить, что в рамках данного семинара организована и выставка учеников специализированных творческих школ, где они показывают свои разработки, различные инновации. Все проходит очень интересно, и прямо сейчас в преддверии начало семинар, где будет обсуждаться работа в данном направлении. И сейчас нам бы хотелось бы спросить более подробно у заместителя директора агентства Амрло Абдуллаева о том, что мы можем ожидать по итогам данного мероприятия. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста. Данное мероприятие сейчас вот с 9 по 10 проводится именно с целью критического анализа творческих школ и специализированных школ, так как мы как агентство работает. На данном мероприятии руководитель состав, то есть директора и завучи, имеют возможность выступить и выразить свои предпочтения и дать критический анализ всему всей деятельности этих школ. На данном мероприятии с утра были проведены эти выступления и рассмотрены такие вопросы, как методология преподавания, учебники, которые сейчас действуют, система оценивания, международный опыт, повышение квалификации преподавателей, выступления детей на разных конкурсах и олимпиадах. Также рассмотрены варианты сотрудничества специализированных школ и творческих школ. Иной подход, то есть всем известно, что в настоящее время очень большое внимание уделяется образованию. Вот, и именно новшества, какие должны быть введены именно в учебный процесс. Спасибо. Ожидается, что по итогам мероприятия будут разработаны научные рекомендации, планы действий, по которым будет и вестись дальнейшая работа. И, конечно же, данный опыт будет внедряться по всему Узбекистану. Мы продолжаем следить за ходом учебного семинара. Подробности в наших вечерних информационных выпусках. Мадина, спасибо. Спасибо, Джамшид. А мы продолжаем выпуск.